Приветствую вас. И, знаете, мужчина по своей природе такое существо, что для него важно не то, что он говорит, а важно то, что он делает. И если ваш мужчина говорит, что он уйдет от своей гражданской жизни, что он не любит ее, это может быть правдой. Но ведь пока мужчина реальных поступков не совершит, узнать о том, правда это или нет, вы не сможете, потому что пока это всего лишь слова. Отношения – это всегда поступки, это всегда дела, это всегда конкретные действия людей. И в вашем случае, в вашей ситуации, можно сказать вашему молодому человеку примерно так. Дорогой, я тебя очень люблю, я хочу быть с тобой, но до тех пор, пока ты не уйдешь от своей гражданской жены, я с тобой отношения строить не могу. И с тобой не буду. Прости, потому что меня это унижает. Я не желаю быть на втором месте, не желаю тебя с кем-то делить. Поэтому, если ты хочешь быть со мной, пожалуйста, освободись от всех своих контактов, от всех своих женщин и будь только со мной. И тогда я буду твоей. Вот. Если вы скажете мужчине именно так, и если он действительно любит вас, то это сподвигнет его на реальные поступки для того, чтобы быть с вами. А если же он будет тянуть время и обещать вам, просить что-то от вас, требовать, но при этом самостоятельно ничего не делать, то это означает, что он вас обманывает и о своей гражданской жизни он не ведет. А вы нужны ему в качестве развлечения и любовницы. То есть его отношения нужно проверить конкретными поступками, поставив его в ситуацию, когда он будет вынужден проявить себя как мужчина, как действительно личность и сделать выбор. И говорить он может все, что угодно, но судить о нем можно и нужно только по делам. И вот именно по делам и решайте, стоит вам с ним быть или нет. Если конкретных поступков по сближению с вами и по разрыву отношений с гражданской женой он делать не будет, значит доверять ему нельзя, и он ненадежен. А если он разорвет свои отношения с супругой и будет с вами, то это значит, что человек действительно встретил свою женщину, то есть вас, и в отличие от гражданской жены, с которой он был просто потому что не было больше никого, он уже не уйдет. Потому что чувство к вам искренне. Если человек ради женщины, если мужчина ради женщины делает какие-то поступки, то простите, это уже не просто женщина, это уже любимая. А любимая так просто таковой быть не перестает. На этом все, надеюсь, помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, делайте его лучшим, буду благодарен. Пока, желаю вам всего доброго.